Сенат Франции предложит правительству политическую платформу о том, какую позицию занять и как действовать по Арцеху. Собеседником Лрагир является Андрес Гукасян, председатель Конструктивной партии Армении. Господин Гукасян, 15 ноября Сенат Франции обсудит резолюцию о введении санкций против Азербайджана, в которой есть ряд положений, в том числе вопрос о необходимости признания Арцаха. Каковы ожидания от этого процесса? По моей информации, эти обсуждения уже начались, и 15 ноября они должны быть подведены, и будет принято решение. Сенат Франции предложит правительству политическую платформу о том, какую позицию занять и как действовать в вопросе Арцаха. Это необходимо для продвижения вопроса на международной арене. Конечно, помощь Франции очень важна для армянского народа. По сути, французское правительство получает внутреннюю поддержку и документы. 2020 год и эти предстоящие резолюции двух палат Сената являются основой для того, чтобы правительство Франции заняло более смелую и всеобъемлющую позицию на международной арене в качестве гаранта безопасности Армении и Арцаха. Франция демонстрирует готовность взять на себя эту роль. Кроме того, может ли быть принято решение об оказании военной поддержки Армении? Естественно, такой статус Франции как гаранта безопасности связан с использованием инструментов Франции в вопросах безопасности. Это и военное присутствие, и помощь, направленная на укрепление обороны Армении, и другие действия. Секретарь Совета безопасности Армении сообщил, что сегодня на столе находятся два предложения. Одно предложение Баку из 5 пунктов, другое российское. По его словам, западных предложений нет. Как бы вы интерпретировали это утверждение? Президент Российской Федерации рассказал о вашингтонских предложениях в своем выступлении в клубе «Валдай». И, вероятно, секретарь Совета Безопасности Армении просто не в курсе того вопроса, о котором говорил Владимир Путин. Или он сознательно скрывает существование предложений США, что еще хуже. На мой взгляд, это правительство вместе с руководством Азербайджана в Сочи сказали «нет» предложениям Запада. Предположительно и ясно из всех публичных выступлений, что такое предложение существует. И понятно, что это предложение связывает заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном с размещением европейских войск в Арцею. Вероятно, речь идет о возможном вмешательстве Франции. Или, проще говоря, предложение США заключается в том, чтобы и Армения, и Азербайджан согласились с тем, что Франция приобретает мандат в вопросах обеспечения безопасности Армении и Арцаха. России это не нравится, и правительство Армении, естественно, будет проводить российскую политику и стараться избегать этого давления со стороны Запада.